Вот так в торжественной обстановке на главной городской сцене сертификаты молодым семьям вручали в прошлом году. Сегодня же в связи с пандемией все прошло без пафоса. Никаких объятий и рукопожатий. Долгожданные бумаги выдают через решетчатое окно. Бичане выстраиваются в очередь возле лестницы, а затем строго по одному в масках и перчатках поднимаются и получают свидетельство. Мы стояли в очереди с марта 2014 года, очень долго ждали. Сначала подавали мы документы на троих членов семьи, с 2015 года уже подали на четверых. То есть уже надежды не было, потому что у нас в сентябре, у меня мужу 36, и думали, что уже просто выйдем из очереди. А тут такая радость, даже не ожидали. Мы рады, все равно это хорошая социальная поддержка, да, для молодых семей. Мы приобрели готовое жилье и сертификат направим на погашение ипотеки. 1 июня прошлого года чиновники сформировали и утвердили список на 2020 год. В очереди больше 600 молодых семей. На реализацию муниципальной программы обеспечения жильем молодых семей в городе Бийске из городского бюджета выделено 27 миллионов рублей. Плюс идет софинансирование из краевого и федерального бюджетов. Отметим, что в Наукограде на фоне всего региона выдают больше всего свидетельств. Так, только в этом году очередь участников муниципальной программы сократится на 160 семей. Сейчас только остается подобрать жилье. Времени не так много, особенно в нынешних условиях. Сейчас самоизоляция происходит в стране, и как бы эмоций как таковых нету, потому что непонятно, что с работой происходит, будем ли мы дальше как бы работать или нет. И поэтому не очень-то рада на данный момент сертификату. Потому что нужны средства, как бы дается время 5 месяцев на то, чтобы приобрести какое-либо жилье, но при этом нужно же платить и первоначальный взнос, и в дальнейшем. А как что будет происходить, неизвестно. Сегодня состоялся основной этап выдачи свидетельств о праве на получение социальных выплат. В течение дня обладателями сертификатов стали 126 молодых семей. И это почти все счастливчики этого года. Кристина Мелехова, Андрей Сигаев. Будни.